жизненные вехи. А почему решили, ну, сейчас коллега включит тогда диктофон. А почему вы решили ее написать? Это связано с юбилеем или какое-то резюме, какое-то, ну, подведение итогов небольшое? Книга дает ответ на этот вопрос. Вот с этого и начинаю книгу, прологи. Зачем это было сделано? Да. Ясно. Поэтому там все написано. Вот когда я стал интересоваться более подробно своей родословной, то я дальше дедушка никуда не пошел. То есть, и человек, конечно, обидно, который не знает свою родословную. Вот. Увидел многие, в том числе Гришин Николай Павлович мне свое подарил, другие издания. Ну, давал интервью, Чернышевского написал про это, посмотрел, дай попробую. Волнуетесь? Ждете, какая реакция от ваших коллег? Ну, реакция. Я писал для себя, для родителей, для родных, друзей и близких, поэтому я волновался ночами, когда писал. Ясно. Дневников не вел. Ну, на следующей неделе, по всей вероятности, будет презентация ее, поэтому я все там более подробно. Ну, это так вот, сложно вообще писать такие вещи, я просто не знаком, вы Нет. как уже попробовали. Для меня было удовольствие. Да. Поэтому вот я почти работал над ней. Пересматривал, перечитывал. Год? Да. Год работал, да. Почти год, да. Ясно. Ну, продолжить. Собираетесь вашу работу? Не, может быть, на Ниве писательская себя попробовать? Друзья уже приносят некоторые фотографии, говорят, для второй книги. Ясно, ясно. Ну, может быть, писателем собираетесь стать в дальнейшем? Да, коллеги, так депутаты, не удивились, вот, что вы все-таки занялись литературным трудом? Ну, реакция как была, удивление, может быть, когда сегодня...